Вор в законе Минага. Одним из лидеров кутаисского воровского клана является старейший вор в законе Давид Пахуридзе по прозвищу Минага. Он родился 17 сентября 1937 года в городе Кутаиси, ставшим кузницей для многих будущих воровских авторитетов. Так и Пахуридзе с малых лет начал здесь прохождение своего криминального пути, осваивая воровское ремесло карманика. Впрочем, помимо карманных краж, будущий законник занимался с компанией таких же, как и он, подростков хищениями, которые совершались с продуктовых складов. Коронация в тюрьме Долгое время Пахуридзе оставался в тени своих подельников. Милиционеры задерживали ребят за кражи, но Давиду всякий раз удавалось ускользнуть из их рук. Поэтому свой первый срок в полтора года он получил только в 1963 году в городе Синаки, когда ему было 26 лет. Воровской подход в то время делали только к тем ворам, которые доказали свое право на столь высокий титул, пройдя суровые испытания тюрьмой. Не запятнавшие своей чести и придерживающиеся воровских законов преступники, могли рассчитывать на благословение старших товарищей и стать коронованными особами. Так и Давид Пахуридзе смог выстоять в тюремных застенках и даже показать свой крутой нрав. Почти через год заключения он совершил в колонии тюрьма дом родной. Выйдя на свободу в 1966 году, Давид сразу же попался на кража, которую совершил в Гаграх, приехав сюда, чтобы совместить отдых после тюремного заключения с работой. На этот раз суд уже учел рецидив преступлений и отправил Минага на три года в колонию. Находясь в заключении, Пахуридзе уже сам присматривался к авторитетным уголовникам и перед освобождением стал крестным отцом для таких воров, как Сергей Кутатиладзе, Байка и Эди Шерстуруа, Эдик Кутаиский. В 1979 году Минага присутствовал на коронации самого влиятельного на данный момент Кутаисского законника Терела Гурамовича Аниане. Коронация прошла в родном городе Пахуридзе, где одно время проживал Терел получивший всемирно известное прозвище Таро. На свободе Минага долго не задерживался. Кутаиский суд в 1982 году осудил его на три года за мелкие преступления. Вор в законе, как и подобает заехал в грузинскую колонию Ксани, где сразу же принял бразды правления в свои руки, поддерживая здесь черный ход. Он с ненавистью воспринимал любые новшества администрации, поэтому зачастую водворялся в ШИЗО, вместе с этим креп его и так немалый авторитет среди уголовников. В 1986 году Давид Пахуридзе должен был выйти на свободу, но не успел насладиться вольной жизнью. Незадолго до освобождения, он злостно нарушил режим содержания и не повиновался начальнику тюрьмы. За это отсидел еще пару месяцев а сразу же по освобождению вновь был задержан с оружием. Суд приговорил его к пяти годам, которые он отбывал уже в российской колонии города Кунгур Пермского края. В 1991 году Минага освободился и остался в России. Он осел в Москве, как и многие его соплеменники. Вор посещал различные воровские сходки, решал вместе с другими насущные вопросы оперативники, казалось, забыли о его существовании. Лишь в нескольких случаях его задерживали, но ограничивались лишь профилактическими беседами. Когда в воровской среде наступил раскол, и семья раскололась на два враждующих лагеря, Кута из Цеев, придерживающихся Териэла Аниани и Мираба Джингвеладзе и Тбилис лидером у которых был Аслан Усаян, дед Хасан, Минага выбрал предпочтение своим землякам. Однако в течение следующих лет, мнение вора изменилось. Он видел, как гибнут его вчерашние соратники, и решил воздержаться от поддержки кого-либо, заявив о своем нейтралитете в этой войне. Преступление в старости, 10 февраля 2010 года 72-летний вор в законе видимо решил вспомнить свою молодую удаль. В одном из московских магазинов «Седьмой континент» он совершил кражу бутылки виски стоимостью 3000 рублей. Об этом тут же была извещена охрана, которая задержала законника и передала в руки приехавших оперативников. Во время беседы Давид Пахуридзе сказал, что виски украл не для себя, а в подарок одному из знакомых. Кто был этим знакомым, вор уточнять не стал. Такое мелкое правонарушение повлекло для старого рецидивиста лишь штраф в 3000 рублей, ровно столько, сколько и стояла похищенная бутылка спиртного. Дальнейшая жизнь Минага идет уже без приключений со стороны правоохранительных органов. Говорят, несмотря на возраст, он иногда появляется на сходках, его мнение до сих пор важно для криминального мира. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо!